Можешь там пробежать чуть-чуть. Остановись. Можно там чуть-чуть приблизить, чтобы там видно было. Ориентируйся. Он закрыл вот экран. Ой. Снимает уже. Бери вот по центру. Вот оно снимает, снимает. Вот. Понял, да? Это не... А, сильно там не прибежали. Там что-то было видно. Так, Евдокимов. А второй как зовут? Не понял, да? В красном углу кандидат мастера спорта Геннадий Евдокимов, Санкт-Петербург, клуб «Созвездие», 94-го года рождения, бронзовый призер первенства Европы, тренируется под руководством Буланова. Thank you.
синем углу продолжили бой готовиться салахи из третьего разряда Степан Лобченко. Санкт-Петербург, Алмаз. За 2 года занятий саватом провел 12 боев, 8 побед. Обладатель Кубка Московского района Санкт-Петербурга 2010 года. Приготовится парень номер 50 на рэк попасть. Единогласным решением судей победу одержал Геннадий Евдокимов, Санкт-Петербург, кандидат в мастера спорта.